На конкурс дети читают стихи для лабиринт.ру. Рудюкова Анастасия, 15 лет, город Ульяновск, Эдуард Асадов. Я эту собаку запомнил как человека. Случилось такое в 44-м зимой. Игрался спектакль «Охота 20 века» перед шеренгой, застывшей от страха немой. У коменданта была привязанность к догам, и был экземпляр, казался слоном среди всех. Даже эсэсовцы боялись верзилу дога. И вот этот зверь величаво шагнул на снег и вывели жертву. Стоял мальчишка, продрогнув. Куда тут бежать? Он давно ослабел. Комендант шагнул, отдал приказание догу, и тот два прыжка расстояние преодолел. Обнюхав жертву, прошелся спокойно рядом. Был великолепен в своем размашистом легком шагу. Вернулся назад и честным собачьим взглядом сказал коменданту: «Пес, ребенок ведь, не могу». Главфюрер пожал плечами, ему-то разницы нету. Раскрыл кобуру упряжки с надписью «С нами Бог». Но едва сверкнула вороненная сталь пистолета, в эсэсовское горло впился красавец дог. Дога четвертовали, пустив под лопасти шнека. Я вряд ли теперь найду в Санпельтине свой барак, но эту собаку я вспоминаю как человека, единственного человека среди фашистских собак.